Всем привет! Сегодня воскресенье, 13 марта, и мы с вами продолжаем прогулку по выставке в Краснодаре, которая работает 2 дня, вчера, в субботу, 12 марта, и сегодня воскресенье, 13 марта. Ну, конечно, мы будем смотреть это гораздо позже, а я просто сейчас показываю вам с утра пораньше, что же здесь на выставке представлено. Обзор будет небольшой, в смысле большой, но не детальный. Будем смотреть побыстрее немножко, потому что много у нас цветоводов, и хочется, чтобы каждый в кадр попал. Это цветочное место Петриченко Ирины. Ну и на Ириной визитке можно посмотреть телефон, а так контакты, обновленные контакты будут показаны позже. Сейчас пока... Там одноклассники, по-моему, есть. Одноклассники, да, одноклассники тоже есть. То есть можно искать в одноклассниках или писать сообщение. Все время говорим, что смотрите, пожалуйста, на часы, когда пишете сообщение, потому что бывает расхождение во времени. Посмотрите, какую прелесть я тут увидела. Сколько же такая стоит хаворца, Ир? Минифолия варигатная, 500 рублей. 500 рублей, вон, с хорошей варигатностью, темненькая такая. 200 рублей. Там просто расставлен домик. Красоточка. Ир, отставь мне вот это. Отставить? Отставить. Выбираем на ходу. Как всегда, высвечивает камера что-то незамеченное вчера. Я думаю, что вы тоже себе присмотрите, потому что наши цветоводы участвуют в выставках комнатных растений. Весь цветочный сезон, сезон у нас только-только начинается. Следующая выставка в Галактике, именно в Галактике, 450. Будет 450 красула, будет 9-10 апреля. Чтобы, никого не сбивать, еще раз скажу, что когда я участвую в Доме культуры железнодорожников, я говорю о следующей выставке в Доме культуры железнодорожников. Когда мы участвуем в Галактике, я говорю о следующей выставке в Галактике. То есть идет сообщение о той серии выставок, которая проводится на этой площадке. Поэтому не путайтесь, пожалуйста, уточняйте. Если вы хотите узнать обо всех выставках, то пишите в комментариях, я отвечу на ваши вопросы. Показала сейчас цветочную композицию, которую Ира всегда привозит на выставку. Ой, тут такой тяжелый поддончик. Он набор цветочный, скажем. Я продаю деток оттуда. Да. Вот, оттуда бы, деток. Школка. Ясно, школка. Не композиция, а школка. То есть там рассадничек такой маленький. И вот тоже то же самое продолжение этой же темы. Вот рассаднички, в которых продаются такие красивенькие деточки. Ярко окрашенные, кстати. Вот здесь у нас сейчас мы прочитаем, или Ира нам назовет. Ой, нет, тут я не прочитаю. Вот это? Да, варигатная. Идес, пахиверия, Идес. Ух ты, как можно все эти названия запомнить? Для меня это тайна, покрытая мраком. Эчеверия милако. У меня подоконник, но южный. Конечно, так, что-то. Ой, будет я отломила кончик, ну, у записочки. Ничего, Ира, вот здесь что-то на листиках тоже интересное. Она разноцветная или она с бородавочками? Нет, это эчеверия, которая милака. Она просто такая глянцевая, шоколадно-коричневого цвета становится при хорошем освещении. Глянцевая, шоколадно-коричневого цвета, вот вам говорю, и погромче, если плохо слышно. Она не крупная, но лист очень такой вот фактурный, красивый. Вот они, красулы. И у Иры есть еще другой вид интересный, такая с розовинкой. Я пропустила ее или нету ее сейчас? Красивая, конечно. Вот она. А вот сейчас еще красула покажем вам. Вот она идет как варигатная красула, видите, вот такая интересная. При таком хорошем освещении там даже розовинка у нее пробивается в окраске. Симпатичная. Это дело сперма.
Ну и когда вот спрашивают для именно для суккулентных садиков, которые выращиваются дома, или для растения, которое можно выращивать на подоконнике, то говорим о хаворце, потому что они как раз выдерживают наши комнатные условия, температура и освещение, им подходят, и фигуру они держат, марку держат. Поэтому для композиции можно подбирать. А вот это у нас что такое? Это гибрид хаворцы алоэ. Много интересных растений, гибридных в том числе. Еще я тут видела такую яркую-яркость, зеленую розеточку вчера. Вот, да-да-да, вот это что такое? Это алоэ. Алоэ. Это алоэ. Алоэ похожее прямо на хаворцию тоже. Прямо такое... Нет, это алоэ. По окраске, посмотрите, какое насыщенно зеленое. Растет оно примерно до 15 сантиметров в диаметре, но такой. Угу. А в высоту хороший, небольшой, да? Высоту небольшой, сантиметров 10. Следующее цветочное место — это место хрусталевой Натальи. И сразу начинаем с такой красивой ланцефолии. Да, 500 рублей стоит ланцефолия. И я так понимаю, что к марантовым главное найти подход. А потом они уже очень даже хорошо удаются. Вот у Наташи как раз есть подход к марантовым, потому что у нее они выглядят замечательно. Халатея Нетворк. Стоит 400 рублей. Посмотрите, укорененный черенок с уже кучей корней просто. Таким листочком. Ну вот они фикусят, да? Анастасия, ну не знаю, все время, когда попадается этот сорт, мне кажется, что я вижу разные фикусы. То есть может быть Анастасия нескольких сортов, а может быть подписаны так были сорта, когда покупались. Вот такой фикус Анастасия, 200 рублей. Хороший уже укорененный череночек. А вот какой пушистенький, он поменьше ростом, но пропорция... А, это кинки, кстати, это карликовые сорты есть, видите, по фигуре он отличается, сразу заметно отличается, что он пропорционально сложен, то есть сразу растет кустиком. Даже суккуленты есть у Наташи, но это скорее исключение из правил, чем правило, потому что основная масса и любимые растения Наташи – это декоративно-лиственные. Телефон Наташи, кстати, сейчас, если мы не покажем, то я напишу, ну, короче говоря, кого заинтересует, буду писать в комментариях. Это бенгальский фикус Одри, стоит он 500 рублей, зеленого цвета. И есть фикусы с вариегатностью. Много традисканцы. И здесь же пелеония, то есть тоже ампельное растение, но не таких огромных объемов. Вернее, достигает больших объемов, но с течением времени традисканция разрастается стремительно, а пелеония растет так, хорошо подумав перед тем, как разрастаться. У нее... компактные кустики с красивой окраской листа. Стоит пелеония 150 рублей. И здесь же пелея спруса. 150 рублей стоит кустик. Маленькие, кстати, тоже разного сорта. Альба Вайт. 150 рублей. Красивый сорт. Такой круглый листик с хорошей вариегатностью. Интересные. И здесь же вот такие маленькие совсем, по 50 рублей укорененные детки. То есть, пожалуйста, есть варианты. А вот смотрите, Альба Вайт, а там идет сиреневый цвет по листочку. Может быть, просто под хорошим освещением окрасился, а может быть, другой сорт. Это плющик садовый. С круглым листом, желтой вариегатностью на начало роста и белой вариегатностью более поздние сроки. И вот такие они есть
с белой варегатностью, с мраморной варегатностью, с желтой варегатностью, самые разные. Цену не вижу, маленьких стаканчиков. Церапегия. Вот у Церапегии цена есть, 500 рублей стоит такой большой кустик. Декоративно-лиственные бегонии. И в том числе и тростниковые бегонии здесь же. Ну, это Аргентео гутата и вариации на тему. Стоят они 250 рублей, такие прямо стройненькие, ровненькие. Декоративно-лиственные разные по объему кустики, поэтому цена тоже, я думаю, разная. Хотя, может быть, и от сорта это зависит. Вот такой стаканчик 350 рублей. А ну-ка, посмотрим большой куст. А большой куст, большой куст. Вот, большой куст тоже от сорта. Black Mamba, это тоже 350 рублей. Много сейчас, девочки, вот таких бегоний наукореняли. Посмотрите, у нас Альбина показывала обзор даже в гипермаркетах, они уже встречаются. Их можно приучить расти в условиях комнаты. В данном случае 400 рублей стоит такая разветвленная детка. Когда-то этот сорт просто меня вывел из равновесия. Не успокоилась, пока его не купила. Это Хоя Триколор. А я думала, что это Австраликум Лиза. 500 рублей. Но это, наверное, есть Лиза. Так, а мы идем дальше. Такие шикарные кусты из алеписа я вам уже показывала. Наташа выращивает их прямо супер-мупер профессионально. Они сразу украшать будут любую территорию, которую вы им предоставите. Кстати, любят больше из алепис прохладу, чем жару. Поэтому сейчас уже можно его размещать в таком прохладном месте. Ну и главное не заливать. Хотя подстраховка всегда имеется на кончиках стебелечков. Есть будущие семена, которые могут прямо сами сеяться и всходить. Красивые астраманты. Большая астраманта, кстати, вот стоит 500 рублей, а малыши по 250. И малыши тоже хорошенькие. Драцены по 500 рублей такие. По расцветочке эписцы, ну конечно, цветочное народонаселение у Наташи очень обширное, много у нее самых разных цветочков с любовью выращенных, поэтому что можно сказать, молодец. Папоротники самые разные. Вот сорт, кстати, Даффи, 350 рублей. Хорошо растет даже в доме. Не теряет внешний вид. Есть и другие разновидности. Ну и вот я смотрю, от 250 цена за папоротники. Много сциндапсусов. И сциндапсусы уже недорогие, но Marble Apple 350, то есть вот этот сорт остается дорогим пока у нас. Посмотрим неончик, сколько стоит. А неон стоит 200 рублей. А Enjoy вообще вот можно найти 150 рублей. Вот такие хорошие кустики, 150. И Marble Queen, маленькая детка, тоже 150 рублей. Здесь целая поляна колиусов, начиная от 100 рублей стоимость сорта, с названием сорта. Вот такой красивый сорт. Давайте вот этот посмотрим. Red Ruffles. Ну, Ruffles, у него будет кудрявый-кудрявый край.
И много есть мелко разрезанный лист, а есть такой с крупными разрезами. Стоит сорт 100 рублей. Ну и самые разные, самые-самые разные, красивые. Coleus aurus. 150 рублей. Конечно, полный цвет и полный рост, это будет смотреться намного-намного ярче и красивее, чем маленькие детки. Хотя даже здесь... Ну, скорее всего, тот же самый. Наташ, ты свободна? Подойди вот сюда к девочкам. Orange King. Если вы видите, по краю идет яркая такая бордовая окантовочка. Красиво, очень даже. Хотя она под одним названием идет. Здесь сингониумы. Ой, 350 рублей. То есть она вот такая маленькая. Ну, я вам сейчас вот покажу. Тут написано Роксана. Сейчас где-то тут ставила. А есть подозрение, что это Росами. Нок. Так, это Imperial White. Кстати, 350 рублей, замечательный кустик. Просто замечательный. Посмотрите. Наташа сейчас вот говорила, что она прорабатывает свою коллекцию, чтобы в коллекции были сорта, которые прямо хорошо отличались друг от друга. То есть, чтобы можно было пинг шоколад, чтобы можно было не путаться. 250, 300, 350. Вот сейчас покажу еще такой интересный колес. Spear Pint. 200 рублей. Красивый, яркий тоже сорт. У него прорезаются потом ушки. Ну, я представляю, как он нарядно будет смотреться. Кстати, в композиции. Это вьющийся сорт. Вот сегодня покажу вам оформление на... как называют его? Короче говоря, кокосовая подпорка для ампельных растений. Вот на ней красиво размещен сингониум. Чуть позже будем смотреть. Это Наташины каладиумы. Самого разного тоже сорта. Ну и, кстати, вот у них лист кажется прочный, такой толстый прямо-таки, а на самом деле он очень нежный, просто невесомый, поэтому удивительно, удивительно видеть, как на таких тоненьких листочках просматривается хорошо глянец, просматривается рисунок и нет повреждений. Ну, просто Анташа молодец, умничка. Это Санта Леопольдина тут. Много-много корешков, и наметился ростик, носик там уже показался, 500 рублей вот такой сорт стоит. Атомы, ну, кстати, атомы в последнее время я почему-то, то ли я их обхожу вниманием, то ли редко они встречаются. Филодендрон Атом, цену я вам показала. Принц Оранж, такой с ярким листом посерединке. Биркин, для нас уже привычный, поэтому прошла уже его, потом вспомнила, что многим он нравится. Вот он, Биркин, 800 рублей, большой куст. Красиво смотрится сорт Конго, посмотрите. С темным листом, красной ножкой. И вот он у Наташи есть в малышах, 450 рублей. Такой заметный сорт, заметный кустовой сорт. Молодой листочек у него заметно светлее уже старых листов, поэтому смотрится красиво. Ну и агланемы. Агланемы тоже с названием сорта. И, ну, агланемы не дешевое растение. 1000 рублей вот такой кустик. Также алоказия. Смотрю, кого я показывала, кого я не показывала, потому что у нас сегодня рекогносцировка. Некоторые девочки живут далеко, у нас мороз, снег. Поэтому они на один день только приезжали. И сегодня у нас размещение идет на освободившейся территории. Это эритрофилум сингониум. Эритрофилум тоже вместо Ксюши пошло. И Ксюша и
вас Лены. Хотим. Лены. Ксюши и Лены. Наполи Нейт. Пепперони. Гибискус пестролистный. Часто спрашивают у нас про гибискусы. Бывают у нас и гибискусы тоже. Но вот сейчас... Сейчас массово мы увлекаемся ароидными. И поэтому гибискусов не так много. А сколько такая сенсивирия? 250. А название это... Да. Золотистая вот такая. Gold Flame. И 250 рублей она стоит, деточка. Что еще вам высветить? Бегония красивая. 100 рублей. Вот такой давно известный сорт, который прекрасным, красивым кустиком разрастается и уж точно не капризничает и украшает интерьер. Вот такая... Кстати, красиво смотрится в процессе роста. Да, в процессе роста особенно красиво смотрится, но она уже одна осталась, поэтому вот за... А, еще есть одна. 50 рублей такая деточка. 50 рублей, вы не ослышались. То есть у нас тут очень даже прием, по приемлемым ценам много растений. А такой сколько стоит? Сколько? 400 рублей. Это абутилон. Варигатный. Ну вот... Не знаю, это он не будет высоким, да? Нет, это низкорослый. Низкорослый, то есть он, пестрота у него. 5-5. Старый сорт, он такой огромным кустом просто растет, и у него не отличаются цветочки. Ну и листочки, в принципе, форма листиков другая. Это карликовый сорт. 400 рублей он стоит. Ну и красивая диффенбахия. Вот часто спрашивают наши зрители, как добиться, чтобы она такой красивой была. Ну вот девочки, конечно... Красиво вырастили, могли бы поделиться советами, но мы пока показами только занимаемся. Надо еще цветсовет от цветоводов ввести рубрику, потому что действительно много растений именно профессионально красиво выращены. Наша кирки. Шикарный. Просто очень красивый. И бегония. Посмотрите, какая красавица. Бесценная бегония. Красила хорошенькая. Сенсивьерия розеточки. Даже ипомея уже есть. Вот как-то спрашивали ипомею. Вот, пожалуйста, и ипомея тоже уже продается. Здесь у нас декоративно-прикладное творчество совместно с цветочными выставками, поэтому есть и такие горшочки, букетики и всякие поделочки интересные. Ну а мы, конечно, в основном ходим, смотрим цветочки. Вот я дошла до первой визитки, сейчас буду показывать вам миники Лены Кольцовой и показываю визитку Лены. Обзор насмотрим. Посмотрите. У Лены мини, полумини, немножечко стандартов. И всегда помимо фиалочек, я имею в виду мини-полумини, это фиалки. И всегда помимо этого еще можно присмотреть себе красивую пеперомию. Вот там вот видите, какая прямо крокодилистая такая пеперомия. И есть такая прямо розовенькая, красивенькая. Красивая какая расцветка. А вот прелесть просто. А вон карликовый сорт. Ну цена эписцы, Елена, сколько стоят сорта? Разная эписцы цена? По-разному. От 150. Ага, от 150 рублей. Вот это розовенькая, это какой сорт? Это ТМ Дивна 200. А, Дивна 200, а рядышком это... А это Ронни 150. А, Ронни, помню, да, 150. 200 и 150, вот такие красавицы. Вот здесь мы сегодня рассматривали уже ризомки ахименесов. Они проснулись, их уже нужно сажать. Тоже тут цена от размера, ой, от сорта, да? Да, от сорта, а начиная от... От 50 до 200.
от 50, 80, от 50 до 200. Рязанки уже с носиками проклюнувшимися. Да, уже хотят, уже прямо такие, прямо сережки такие заметные. Ну и как всегда, конечно же, цветущие фиалочки. Цветущие минички с говорящими этикеточками. А вот какая красивая. Вот он немножко уже устал. Мы его еще в Новороссийск возили, поэтому уже начинает отцветать. Шикарное название тоже. Утренний пляж. Красавица. Пестролистная фиалочка. Посмотрите, с какой красивой пестротой. И приятные цветочки. Ну вот на съемке они... Я съемку с подсветкой включила, поэтому почти белые. А так они... Интересная у них расцветка. Центр белый, а края розовые с ободочкой. Ну, да, да. И края, и ободочка, и какая-то полоска на листиках. Очень красиво. Очень красиво смотрится. Мария, бы хотела вот вашей аудитории показать. Ага. Я привезла новинку. Вот укорененный черенок из новой селекции. Вот особенность именно форма ложки. Вот такой вот прям вот сильно загнутый. Да, да, очень да. Интересно, необычно. Вот эта новинка, Лена говорит, что привезла новиночку. И в чем необычность фиалки? Лист в форме ложки. Видите, какая красивая. Белая, да. Форма. И вот именно ложка. Необычная, да, необычная. Конечно, интересно. И интересно. Ну и вот тут, деточки, цена от 60 рублей. Даже 50 рублей. Даже 50. То есть вот это все очень доступно. Тем более фиалочки, они прекрасно растут из листиков. А тут уже есть... Все черенки укоренены. Вон, да, да, многие да. Многие даже деток дали. Да, уже даже деток дали. Уже даже видно на просвет. Я предлагаю по цене среза. Да. Фиалочки по цене среза. Поэтому всегда можно купить. Ну и Елена, ну если никакие не мешают обстоятельства, то в Галактике всегда участвует и в Новороссийск тоже приезжает. Поэтому визиточку я вам показала. Можете созваниваться и заказывать интересные сорта фиалок. А каталог есть в Одноклассниках? Да, нет, сайт. Адрес на визиточке есть. Ага. Лена сказала, что у нее есть сайт, где можно выбрать заранее фиалки и уже просто прийти за заказом. Поэтому смотрите. Смотрите, выбирайте, заказывайте. А пока мы на этом прервемся. До новых встреч, друзья. Еще не закончены обзоры.